Смотрите, чайка мячик нашла и играется с мячиком. Сейчас он лежит рядом с ней, а так она его берет в рот, бросает, берет в рот, бросает. Он укатится, она за ним бежит. Ну, как назло, я достала камеру, она не играет. А, стесняется. Как Алтай, как только камеру достаешь, она сразу перестает. Ну ладно, стой. Мы приехали в Маршалс сегодня. Быстренько пробежаться, кое-что вернуть. И просто глянем, что тут новенького. Вот, кстати, на лаптап. Этот самый. Тут есть $20. С цветочками. Без цветочков. А с цветочками прикольный такой. Лизе можно взять, потому что в Амазоне, на Амазоне он стоил 35. И мы думали взять, не взять, не взяли. Вот. Таблет прям так можно поставить, как экран. Компьютер положить. То, что надо, нам подойдет. Нам подойдет. Еще для студентов продаются всякие прибамбасы. Это, наверное, для декоративного. Все, вернул. Вот, уже потратим. Смотри, тут эти по 20. На Амазоне 35. Ага. До лаптабов. До лаптабов, для Лизы. Для Лизы. Да, с подушечкой под низом. Ага. Ничем не лучше этих, это точно. Тоже органайзеры. Я хочу себе для украшений красивую что-то купить, чтобы их можно было выложить наконец-то из коробок. Стульчики. Выложить из коробок их можно было. Гес. А, ну. Не гес. Похоже на гес. Нет, это не гес. Настоящая кожа. Есть какой-нибудь приличный клиренс. Я уже себе таких блестящих набрала. Такие $10. Я блестящие люблю, но не столько же. $8 шлепки. А на Жорика размера ничего нет из обуви? Мужской. Уже Жорику, Жорик уже надо в мужской покупать. Это маленькая. А где мужские есть? Вон. Это мужская, да? Ну вот, 8-й, наверное, Жорику подойдет. Или хотя мужской, наверное, 7-й ему подойдет. Наутика. 8,5, это уже великовато. 9. 9 великовато.
ничего нет. Я тут на волне сумочек нахожусь. Хожу по сумочкам. Смотрю, сейчас модно такие пластиковые сумки, что ли. Вот они здесь стали появляться. Они, конечно, ну, то есть они пластиковые, клеенчатые, но они прикольные. Они так держат форму, и все, что угодно с них можно сделать. Такие разные-приразные сумочки. Есть вот такой еще кожаный бренд. У меня от них есть одна сумка. У них очень классная кожа. И вот у них обычно вот здесь вот что-то как-то тесненное, или как она называется, выбито что-то на коже. Вот. Их оригинальную цену я не знаю, но здесь она стоит $70. Вот эта сумка. Это кто? Calvin Klein. И вот здесь вот, ну это такая как типа радикюль. Она стоит как радикюль, тоже на, это кожа, все с какими-то картинками. Это 90 стоит здесь. Ну, это Marshall, здесь все дешевле стоит, чем оригинальная цена. Я еще думаю, может, вот такую просто ГС черную побольше себе купить. Хотя у меня сумки не к спеху, я себе сумок накупила. Сумки могут подождать. То если что-то такое увижу, там классное такое, тогда можно. Так специально ходить выбирать сумку, она мне не нужна сейчас. Это Aldo. Aldo хорошая фирма, дорогая. Но это, наверное, не кожаная сумка, $30. Купила я классные шлепки, обалденно удобные, но у них просто подошва порвалась. Евпатории. Такие классные шлепки. Мне их так жалко было, но все, их поносила немножко и бросила их в Евпатории. Вот опять пластиковые сумочки. Такие маленькие всякие. И такие, как молочный шоколад какой-то. Прикольно они смотрятся. Интересные, такие малюсенькие. Вот классные вот такие корзины. Особенно вот такие вот большие, красивые корзины. В них даже больше. Вот наподобие такой. Или если бы такая, но повыше. Их красиво ставить в комнату. И бросать туда покрывало. Типа одеялки, которыми просто укрываешься. Ну, когда лежишь на диванчике, там, в гостиной комнате. Ой, сейчас на меня свалится. Тяжелое это, хоть и связанное. Вот они очень прикольные для этих вещей. Ну, такая вот, например, она красивая, декоративная. Туда покрывало накидал, и она будет стоять как бы в комнате, и она будет симпатичная. Либо вот такая вот. Ну, в принципе, одинаковая, только вот и металлический верх. Интересные такие, декоративные. Я сейчас идеи разные смотрю там. И мне еще нужна большая какая-нибудь красивая картина для какого-то оформления, я не знаю. На стену в living room. Вот. Даже не знаю. Потому что у меня там пустая стена висит. Что-то мне нужно. Смотрите, какие малепусечки Michael Kors. Курточки. Их, правда, цвет немножко не такой, как на камере. У них цвет более такой, более розовый. Жорику нужна пижама. Он вырос из всех пижам. Ну, это, например, штаны, да. Даже не знаю, если ему такая пижама нужна. Но пижама ему нужна. Девочки, это девочки. Извиняюсь, это девочки.
курты на мальчиков маленьких. Есть курточки Michael Kors до 7 лет. Я, кстати, Жорику купила Michael Kors в прошлом году. Я надеюсь, что он в этом году еще будет на него как раз. Сколько они стоят? Хочу посмотреть. 35. Нормально. Calvin Klein. Большая. А вот побольше Michael Kors. Я люблю цветные куртки. Вот есть. Ох, как раз на наш возраст есть. О, вот это красиво. 14-16. Это красиво. И тоже 35. О, я такое люблю. Люблю и обожаю. Это что? Тоже Kors. Michael Kors. Нет, это совсем не то. Совсем не то. 50 на дороже. Тоже 14-16. Такой капюшон. Нет, мне вот этот цвет очень нравится. И она тоненькая. Она такая демисезонная. Ну, как раз такая нужна. Класс. Тами у Жорика есть, Тами вот такого. Я не знаю, если он из нее не вырос, но это сейчас все куртки перемерю. Сейчас окажется, что я думаю, что есть, а у него ничего нет. Белые, конечно, красивые, но куда белые? Тоже Tommy Hilfiger. Вот почему она у меня на камере серая? Она белая. $40, а так 110 было. Хорошая тоже курточка. Что ты себе смотришь? Футболки очередные. Значит, там одни надо выбросить. Там не одни, а все. Да, надо, значит, повыбрасывать. Они хоть и быстро заносятся, но это сделано в Индии. Я надеюсь, это хорошая будет. Смотри, какая красивая куртка. Жорик? На Жорика. 35, это Michael Kors. Ну, 14-16 лет написано. Ну, естественно, искусственно. Зачем мне какое-то прозрачное чудо? А что чемоданов так мало? Сезон путешествия кончен? Зайчка, я придумала, что мы повесим над диваном в ливинг-рум. Зеркало. И такое зеркало, как нам надо, висит. Идем покажу. Ну, если ты его хорошо прибьешь, оно не упадет. Нет. Смотрите, пуховички Ralph Lauren, какие классные. Этот $100 стоит. Но это все Marshalls. А потом, конечно, дороже стоит. Такой еще есть. Этот стоит 60. Мне вот этот больше нравится. Хотя вот этот мех я не очень люблю искусственный. Но пуховичок прикольный. Мне нужны какие-нибудь базовые футболки, черные, причем темные какие-нибудь. А это кто у нас? Тоже Ralph Lauren. Такие плащики Ralph Lauren. Такие прям классические, в лондонский туман. $70. Появились уже. Уже куча курточек продается. Смотрите, сколько тут посуды красивой. И много посуды к Хэллоуину уже. Вот, и вот это мне нравится. Такое хорошенькое. Такая вазочка для печенек. Тут всякая тема диснеевская такая. Это тоже прикольная. Вот такого плана. Я тоже люблю посуду такую черную, с дерева. Красиво. Вот. Классно.
Для чего она, интересно? Тоже для кукис. Только почему-то у нее крышки нет. Может, она не нужна тут? Крышка. А это для... Сделано в Португалии. Черные такие мисочки для пасты. Красиво. И вот можно в набор взять. Хотя это другой бренд уже, нет. Это другой. Там серая посуда. Люблю такое. Тефаля нет, есть керамик. А, ну такая у нас же. Или тефлон, ну нет, это у нас же керамик, а не тефлон. Да какая разница, по размеру я говорю, что подходила она. Ты лучше с Ирутой брать. Давай вот такую, может. Это она дорогая фирма очень, тут это американская. Она нам подойдет под крышку? Думаю, да. Это она не, ну вот это будет накаляться ручкой. Ну да, это рассчитано такая. Но мне нравится, что она не, она, мне нравится, что у нее высокие эти самые, что она не разъезжается в стороны, ну, да. А такая. Да, мне нравится, что это вот эта фирма. Не знаю, как она работать она будет, но... Ну, классная стакан. Боже, люди добровольно ходят в масках. Это ужас. Написано, мы рекомендуем одевать маски. И они все их одели. Ну, как так можно? А? Ну, то, что она тяжелая, это ж нехорошо, это плохо. Ее постоянно тягать. Она ушла служить, когда дольше будет. Ну, это вряд ли. Смотри, вот такую корзину я хотела, Дима. И поставить в ливинг-рум. И туда бленкетс бросать. Да, что ли? Чтобы они не валялись по кроватям, а вот... Только вот я не знаю, вот эта корзина больше или вот эта больше? Какая вот больше? Это больше похоже на души. Точно? Потому что там еще одна внутри стоит. А это сколько стоит? Служение. Это 30 стоит. Это тяжело бы, да? Что бы иметь? Да не. Ну спусти ее посмотреть. Они просто красивые такие, ну, типа, декоративные. А, это комплект. А нам нужен комплект? Не нужен. Ну, одну можно там, одну в офисе, одну у нас. Да? Ну, хочешь, возьмем комплект. А это сколько это стоит? А это 21 стоит. А это 30 стоит 3 штуки. Ну, что такое, куда набрать? Ну, просто лишнего нам тоже не надо. Такая стильная, смотрящая с комедиями, это Вьетнам, это сделано, написано. Ну да. Нет, стоп, это все разная цена. Ха-ха, эти 20, эти 30, нет, это не набор. А вот еще одна из этой же серии. Ну это та, что в центре вот там лежит. 25. Да. Нет, поставь вот эту рядом и поставь ту же самую большую рядом, посмотрите. Ну уже у меня вот, ну. Ну давай я самую большую тогда возьму. Ну, что ты? Ну, это средний день, за 25. А вот большая, за 30. Пока тебе помогу лучше. Лучше? Ты вытащил среднюю сразу, две средние. Да, и вот и там будет, знаешь, эти всякие. Ну, сейчас спать. Сейчас. Покрывало. Она такая, она более, я бы взял, она уже захрустела. И она красиво будет смотреться, она не будет как будто, да? Ну, красиво будет смотреться в этом самом в декоре. Она будет из Вьетнама, из самого. Ну, хорошо. Хочу сделать лимонад, поэтому взяла мандарины и апельсины. Ой, мандарины, лимоны и апельсины. А у нас мята еще растет? Да, я сегодня очень много выкинул. Выкину? Ну еще много мяты. Надо насобирать мяты, чтобы лимонад же сделать. Мне что-то захотелось лимонад. Ну потому что все, я же уже после 4 не ем. Но я и лимонад пить не буду, потому что он же с сахаром все-таки делается. Вот. Я воду с лимончиком попью. А завтра на работу я хочу взять лимонад. С собой. Вместо этих чаев и кофеев. Нет. Я хочу сделать его с газировкой. Знаешь, как там делали в Евпатории. Такой вкусный. В Лете.
Молочка не нужна нам? Воды много. Дайте воду. Вообще нет воды. Тогда в бутылках. Нормально. Такого еще не было. В бутылках. А? Как дома нет воды, так и тут нет. Нет, есть 32 бутылки. Но это же не газированное, это обычное. Это обычное, да. Да, а теперь найди мне газированную, чтобы я лимонад замутила. Ну, идем с той стороны. Только не сладкое, ничего, просто. Ну, как дома воды нет, срочно понадобилась вода, пустые полки. Это вообще. Такого еще не было. Давно мы тоже не покупали вкусняшку. Он бедненький все время просит. Есть? Ну, вот это ему сейчас покупаем. Ну, все, бери. От этой пошли. Да, у тухасок слабый желудок. Или как сказать, чувствительный желудок. У них чуть что, сразу расстройство, рвота. Вот, по крайней мере, у Алтая. Какие у него проблемы со здоровьем, так это вот у него желудок. Затрофи с камерой? Или похотливо? Похотливо? Я даже не обратила внимания. Ты облизывал. Чурику клей купили горячий. Вон, наконец-то, свой картон приклеил. Он у нас... Крафтит все, что делает из картона. У нас изобретатель. Все, мы домой. Да? Смотрите, какие какие-то сегодня облака. Боже. Красивые. Четкие, красивые облака. Небо такое интересное вообще. Чего ты там испугался? Открываю, там кто-то стоит или что-то, не понимает. Мы купили зеркало. Ну, серьезно, у меня какое-то так непонятное ощущение было. Мы купили зеркало. Большое на стенку будем вешать. Хорошее.